Ну, на самом деле, бизнес-завтрак очень хорошее мероприятие, очень удобное. Оно интересно с точки зрения нетворкинга, потому что удалось познакомиться с большим количеством интересных людей. Была очень полезная информация, и очень хорошо, что было скоммуницировано, что это целая серия, которая позволит сегодня человеку найти свое место в жизни, решить все свои вопросы, связанные с трудоустройством. А, честно скажу, больше всего понравилось выступление Романа, потому что очень конкретно, очень пошагово, понятная технология, понятная методика. Очень интересные примеры были у Ани. Было бы неплохо, если бы, например, были еще какие-то такие идеальные, хорошие резюме, да, вот таких более топовых позиций, да, и неудачные резюме, но тоже топовых позиций, потому что с молодыми специалистами все понятно, дети есть дети не всегда понимают, как себя правильно вести, да, собственно, поэтому их воспитывают. Ну, тот Рависа, на самом деле, очень полезный, я второй раз его слушаю, вот сегодня было меньше конкретики, хотелось бы больше конкретики. Но с удовольствием придумаем персональный бренд. Спасибо.